Вітаю вас на календарі неділя 26 червня. Вітебск означає День міста. У наступну годину у програмі «7 дзён» я, Юлія Устінова, і мої колеги про головні події адыходзячага тыдня. Вітебск сьогодні святкує День визволення від німецько-фашистських захопників і 1042-ю годовину з дня народження міста. У літньому амфітеатрі ушанували перших лауреатів гонорового звання «Вітебчанин года» і назвали імена нових гонорових громадян. Вітебская область за досягнення лепших показчиков у сфері соціально-економічного развития за 2011-2015 годы занесена на республіканскую дошку гонору. Паўночны регіон атрымаў новые энергонасычаныя трактары Мінскага тракторнага завода. Завод і регіон продовжаць супрацоўніцтва. Вітебск святкуе дзень нараджэння. Старажытнаму гораду 1042 гады. Святочная праграма ахапіла мноства пляцовак. На вуліцах горада паэты чытаюць вершы, народныя майстры прэзентуюць уласныя вырабы, установы адукацыі і культуры ладзяць бойкі гандаль. На дзень нараджэння горада ў Вітебск завіталі шматлікія дэлегацыі з гарадоў-пабрацімаў і партнёраў. З гэтай нагоды ў гарвыканкаме прайшоў урачысты прыём. Падрабязнасці ў Ганны Русцікавай. Китай, Армения, Сербия, Болгария, Польша, Латвия и Россия. 16 делегаций из городов побратимов и партнеров Витебска завитали на день народжения старожитного города. С латвийским Резекне Витебск связывают давние партнерские отношения. Сёлета нашему супрацовництву исполняется ровно 20 год. До речи, калісти менавіта Витебск стал для Резекне первым городом побратимом. Каждый раз удивляюсь, что город, скажем так, становится моложе, несмотря на тот солидный возраст, который Витебск, потому что Резекне гораздо моложе. Но опять же мы смотрим на то, как быстро все происходит здесь. Если, скажем, те люди, которые в Резекне давно не были, приезжают в Резекне и видят обновление, которое произошло за последние 6 лет, то о Витебске можно говорить, что это обновление происходит ежечасно и каждый год. Больше за 2000 километров перадолела делегация Белоярского, как помешовать Витебск с днем народжения. Сярод 22 побрасимов нашего города Белоярске самый молодший. Погоднение о партнерстве было подписано литерально у соковику этого года. Однако супрацовництво на паперы хутко переросло у реальные проекты. Улица, которая построена руками белорусских строителей, и она будет названа Витебской. И там сейчас ваши художники работают уже, которые украшали ваш город. Они украшают наш город. И теперь у нас будет на одной из стен домов великолепное панно с вашей улицей, носящей аналогичное название. 1042-й день народжения Витебск сустракая прыгожа. Центральные улицы пераўтварыліся у адзіную святочную пляцоўку. Юные чытальники декламуюць вершы классиков и сучасников. А что болтанья лидомол, это Вовка выдумал. А болтать там никогда, не болтать там никогда. Нават библиотекары вышли до гаражана, организовали летнюю чытальную залу непосредственно на пешаходной улице. Тут же гандлёвые рады разгарнули установы адукации и культуры. Забавные сувениры народные умельцы майстравали на видавоку у здзіўленых прохожих. Куколки-обереги для семьи, когда на одной ручке муж и жена, которые служат символом благополучия семьи и удачи семьи, и вообще дружбы, и всего самого мирного и доброго в семье. Есть куколки на здоровье, у которых заплетается длинная косичка с пожеланиями здоровья, добра и всего самого благополучного. Есть соломенные сувениры, колокольчики, лапти. Вот в каждой семье обязательно должны быть лапти, чтобы в одном лапте была денежка, а в другой – зернышко, чтобы хлеб и богатство и благополучие также присутствовали в каждой семье. Свято доўжылася 3 дні і завяршаецца 26 червня у памятны для кожнага жыхара Віцебска дзень. Дзень вызвалення горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Ганна Русцікава, Ян Пчэльнікаў, Навіны, Віцебск. А ў летнім амфітэатры адбыліся ўрачыстасці з нагоды Дня горада, падчас якіх ушаноўвалі першых лаўрэатаў ганаровага звання «Віцябчанін года» і назвалі імёны новых ганаровых грамадзян. Гэта заслужаныя людзі, заняты ў розных галінах жыццядзейнасці горада, якія сваімі справамі, прафесіяналізмам, талентам славяць старажытны і такі малады Віцебск. Рэпартаж з месца падзеі Святланы Макаевай. Свята об'єднало усіх, хто любить свій родний город, ганариться їм. Пам'ятає тих, кому обов'язане мирним небом, хто знімав його з руїн. У своїм вітальному слові старшиня Вітебська гарвиканкама Віктор Ніколайкін виказав велику вдячність городжанам. Дякуючи їх працевитості, любимий Вітебськ розвивається і прогажує. Ми можемо кожен із нас поздравити друг друга замечательним праздником, з тим, що ми живемо прекрасной, мирной,
синеокой Беларуси, под мирным счастливым небом, стране, которая динамично развивается и идет вперед. До свята по доброй традиции названы имена ганаровых громадян города. Это звание присвоено Александру Косинцу, керівнику администрации президента Республики Беларусь, який с 2008 по 2014 год был старшинею Витебского облвыканкама и унес особистый уклад у социально-экономичное, науково-техничное, культурное и медицинское развитие Витебска. Этого высокого звания так само удостоена Валентина Широкова, директор гимназии номер 1, за высокие достижения у профессийной деятельности. Прежде всего, это оценка работы просто учителя и оценка работы нашего замечательного коллектива, коллектива гимназии номер 1, потому что именно благодаря коллективу мы имеем такой успех. У першиню рашением гарвыканкама заснована гоноровое звание «Витебшанин года». Лауреатами стали 10 лепших горожан, якія своим професіоналізмом, талентом проявили себе у розных галинах життєдіяльності города. Сярод їх ректор медуніверситета Анатоль Щасний, урач-хірург, вучений за підрихтовку проєкта і поспіховое проведення пересадки нирки. Таких операцій уже зроблено каля 30. Событие знаковое, що ми в нашій області виконуємо операції, трансплантацию почки для жителей нашего региона. Это также свидетельство высокого потенциала и высокого профессионализма наших сотрудников. У сферы театрального мастерства и самоотданное служение Национальному академичному драматичному театру звание «Витебшанин года» присвоено народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной. 45 год Светлана Артемовна присвятила сценичной деятельности с великой любовью до родного города. Вся моя сознательная жизнь связана с городом Витебском. У Хемингуэя есть замечательный роман «Праздник, который всегда со мной». Так вот, Витебск – город замечательный, он всегда и везде со мной. За доброчинность и оказание финансовой допомоги организациям и громадянам города у номинации «Меценат года» гоноровое звание «Витебшанин года» отримал директор открытого акционерного товариства «Веста» Ремен Вениаминов. У минулом годе сумма допомоги склала больше за 1,5 миллиарда рублей. Спасибо за то, что признали. Я как помогал людям, предприятиям, так и помогал и буду помогать в дальнейшем. Это моя философия жизни. Сярод лауреатов директор телерадиокомпании «Витебск» Алена Пантюхова. Своей неуемной энергией, талантом, креативным поглядом натхнила коллектив телерадиокомпании на створение творчих и познавальных передач. И то, что открытие регионального телеканала «Витебск» отмечено как событие года, для нашего коллектива это, конечно, ну, очень приятно. И ну, так получается, что руководитель получает награду, но на самом деле это награда всего коллектива нашего, более 100 человек, которые этот канал делали на протяжении всего этого года, создавали программы, которые, ну вот как показывает практика, на самом деле зрители оценили. Старшиня облвыканкама Миколай Шерстнёв уручил гоноровые грамоты представникам разных галин социально-экономичного развития города. Позвольте от себя лично, от коллектива Витебского областного исполнительного комитета поздравить вас с праздником, пожелать прежде всего благополучия, счастья в семье, хорошей работы, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Была зачитана урадовая телеграмма с віншаваннями усім громадянам Витебска одноместника премьер-министра Республики Беларусь Натальи Каршановой. Святочный настрой створила великая концертная программа, якая включала выступления талановитых коллективов не только нашего города, але и городов-партнеров, и навод Ханты-Мансийской автономной округи. По доброй традиции со святом «Витай Городжайн» и ансамбль «Сябры». Светлана Макаева, Леонид Табола, новини «Святочный Витебск». У Витебску урочисто открыли помник-символ традиционным семейным каштовностям – пяшчоте, каханню и веры. Их увасобили в образе новгородского князя Александра Невского, его жонки Витебской княжны Александры и их сына Василя. Новый монумент – не один и подарунок городу-имяниннику. На улице Марка Шагала на будинку Музея народного мастацкого училища установили мемориальную дошку мастаку. С подробностями Виктор Пралич.
Адмашку офіційним святочним мероприємством, присвяченим 1042-му дню народження старожитного Вітебска, дало у складанні квіток до бюсту Петра Машерова. У подножі помніка лягли квітки від керівництва в області і міста, а так само від різностайних міжнародних делегацій. Свой день народження город Надзвіной по традиції означає з розмахом, як і кожен іменинник він отримовує подарунки. Урочистому відкриттю помніка сім'ї Олександра Невського попереднічала театралізована постановка, на яку про стагоддзі у Вітебск вернувся сам новгородський князь. Відомий полководець був женатий на вітебській княжні Олександри. Скульптурна композиція вишинюй амаль у 4,5 метри вписалась у сучасний Вітебск на площі тисячогоддзя. Це, звісно, пам'ятник сімейних цінностей, який показує сьогодні сім'ю як основну, скажімо так, ячейку общества, как наиболее высокую ценность, скажем, в нашем сегодняшнем житии. И вы знаете, что рядом находятся два православных храма, и в наших планах, я надеюсь, в ближайших планах, это строительство здесь современного городского ЗАГСа. После горожане и гости Витебска переместились на улицу, назва якой носит имя Марка Шагала. Тут же фасад дома по адресу Шагала 1 упригожила мемориальная дошка. Сегодня авангардист назавсёду вернулся у родный Витебск амаль про стагоддзя. Я хотел изобразить мастера, наверное, самый его яркий период жизни, от 30 до 40 лет в возрасте. И хотел изобразить еще мир, который его окружал в этот момент. То есть это старый Витебск, это персонажи его картин. У наступном году Сусвет отзначит 130-годие с дня народжения мастака. У початку 20-го стагодия мастер у стенах гэтага будинку поклал початок авангардизму. Хутка тут расчинит звери музей мастацкого народного училища. Архитектурный помник обновляется по фотоздымках шагаловского часу. Очень сложная судьба у этого дома. Об этом очень много написано. И оно вошло во все энциклопедии, во все справочники по авангарду начала 20 века. То, что в Витебске это все происходит сейчас, это вообще большое чудо. Закаханные над городом музыки, мастаки. На новой улице Марка Шагала в этот день не денежили законы физики. Житё тут крочило, бегало, летало по законах фантазии знакомитого майстра. Виктор Пралич и Кирилл Кайсберг. Новини Витебск. У Мінську 22-23 червня відбувся 5-й усебелоруський народний сход. Одна з важніших форм народовладдя в Україні. Йон визначив накірунки і параметри розвиття Білорусі на будучі 5 годів. За сходом сачила вся країна, і зараз його рішення треба ажиццявляти. Від гэтага залежить будучая кожного з нас і нашої Білорусі. Каб люди были в курсе того, что отбывается на 5-м усебелорусским народном сходе на одном из наибуйнейших молокоперапрацовчих предприемств в Беларуси, Витебским открытым акционерным товариством «Молоко» у конференц-зале, фойе и приемной организовали трансляцию из Минска. Тем больше, что их коллега – делегат 5-го усебелорусского сходу. Многие супрацовники у свой обеденный перапынок пришли послухать керовника державы. Экономика должна быть не догоняющей, а опережающей, что, конечно, в своей работе мы пытаемся проводить политику так, чтобы все действия мероприятия и по тому же техперевооружения, чтобы они были хоть на полшага, но вперед, потому что это нам сэкономит время завтра, и нам не будет необходимости, наверное, какую-то работу проходить дважды. У нас на это нет времени. Была возможность измерить те задачи, которые мы ставим для себя, с теми, которые ставят для вас государство. И как я сделала для себя вывод, путь, которым идет, он правильный. Это совершенствование того, что мы имеем, анализ того, что мы уже сделали, то, что мы прошли, для того, чтобы развиваться, двигаться вперед, совершенствовать наше производство, повышать его эффективность. Работник моего цеха присутствует сегодня в зале. Да, наша работница, наш изготовитель творога, скажем так, наш передовик. И она имеет возможность напрямую задать вопрос всем присутствующим в зале и членам президиума, потому что это диалог, это открытый разговор. Вылученцы от промысловости, агропромыслового комплекса, социально-культурной сферы, молодцы, ветераны, члены громадских объединений и представники улады. 350 делегатов из Витебской области принимают удел у 5-му Усебелорусским народным сходе. Яны подведут выники минулого пятигодия, вызначить головные направки социально-экономичного развития Беларуси на наступные 5 годов. Сочить за подеями сходу тысячи необыяковых долёс Украины громадян. И говоря о стратегическом будущем, Александр Григорьевич
очень четко обозначил основные направления развития. Ставка делается на знания и технологии. И в этом, конечно же, есть определенные посылы для нас, педагогов. Потому что за любой технологией стоит человек, который это осуществляет. А ставка сейчас делается на молодых людей. Именно молодежи, как сказал Александр Григорьевич, решать эти проблемы. Именно молодежь – это стратегический ресурс нашей страны. А задача школы – подготовить такую молодежь. На сегодняшний день, наверное, нам нужно сохранить, усовершенствовать и развить то, что мы имеем. Ну, такая мысль нашего президента прослеживалась вот в концепции его выступления. Я думаю, что эта мысль правильна. Но направление вот этой новой программы, которую мы собираемся принять, это сохранить то, что мы имеем, но при этом привлечь иностранные инвестиции, использовать новые технологии. И, наверное, если у нас это получит новый толчок, новое развитие. Я с большим интересом прослушала речь президента, особенно тот момент, который касается медицины, поскольку я сама связана с этой отраслью, работаю в медицине, моя специальность связана с офтальмологией, и мне было очень приятно, что глава государства планирует в ближайшие 5 лет уделить особое внимание развитию высокотехнологичных диагностических и лечебных манипуляций в медицине. Мы хотим развиваться, мы хотим идти как бы в ногу со временем. На базе нашего центра много молодежи, перспективной молодежи, которая хочет учиться, обучаться и хочет помогать, в общем-то, в своей отрасли пациентам. Поэтому поддержка государства в данном направлении очень важна и перспективна именно для меня, для нас. Усебелорусский народный сход – важнейший институт у структуры белорусской модели демократии. Активность, с якой громадяне уключаются у подрыхтовку и проведения форума обмеркования, доказывает, что усебелорусский народный сход – реально деючий механизм народа уладдя. Юлия Устинова, Ольга Маслоуска, Александр Петровецкий. Новини Витебск. Развитие предприемства, у якія працюють на мясцовой сыровине, створение высокопродукционных вытворчасцяў и новых працоўных месцаў. Гэта галоўныя прыоритеты Витебской области на пятигодку. Их окреслил старшыня аблвыканкама Миколай Шарснёв. Губернатор отзначил, что регион мае значные ресурсы и резервы. Зараз экономика пакуль значно залежит от деятельности нафтоперапрацовки и энергетичной галины. У структуры промысловой вытворчасці необходимо повялічыць удельную вагу коммунальных предприемств, якія працюють на мясцовой сыровине. Развивать торфоздобычу, дрэваапрацоўку, на полную магутность загрузить мясомолочные предприемства. Нам нужно загрузить мощности мясопереработки. Для этого надо произвести сырья в 2 раза больше. Вы видите, если мы производим молока 745 тысяч тонн, а мощности у нас переработки молочной сегодня на 1 000 000 где-то 200, вот вам это ли. Чтобы работала эффективно молочная переработка, значит, надо увеличивать в 2 раза объемы сырья. То же самое и по мясу. Аналогичная картина. Приоритетным накірункам будучай пятигодки з'являецца і стварэнне не менш за 2000 новых працоўных месцаў. Миколай Шарснёв засяродзіў увагу і на тым, што чакаюць змены галоўнай сферы жыццядзейнасці – медыцыну і адукацыю. У галоўнай палітычнай падзеі краіны 5-м усебеларускім народным сходзе прынялі ўдзел дэлегаты ад Віцебскай вобласці. Вылучэнцы ад прамысловасці, аграпрамысловага комплексу, сацыяльна-культурнай сферы, моладзь і ветэраны, члены грамадскіх аб'яднанняў і прадстаўнікі ўлады. Яны падводзілі вынікі мінулага пяцігоддзя і вызначалі галоўныя напрамкі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на наступныя 5 гадоў. Настроение праздничное, приподнятое. Все-таки же это такое событие в нашей стране. Хотели бы услышать, что наша страна будет развиваться и дальше такими темпами, чтобы наше предприятие, лично наше предприятие, было возможность ему тоже развиваться, чтобы у нас был сбыт, чтобы мы получали достойную зарплату. Молодежь интересуется, получается, проблемами страны. Мы этим, как бы, хотим помочь, то есть мы же будущее страны, мы молодежь будущее страны, как бы нам в дальнейшем поднимать эту страну, поэтому у нас есть заинтересованные люди в данном случае. Что сказали ребята на напутствии? Сказали: послушай, приедешь, расскажешь.
Я надеюсь, что я услышу подтверждение тому, что у нас все замечательно в республике и что у нас дальнейшие есть перспективы развития. И все это, конечно же, в жизни показывает. Шаг за шагом мы видим, что все развивается, что у нас есть хороший фундамент, что у нас есть чего достигать. Витебский регіон на 5-му всебелорусском народном сходе представили 350 человек. Самая великая делегация от областного центра – больше за 100 человек. Значная колькость делегатов занята у реальном секторе экономики. До речи, принять удел у народном вече смогли не только делегаты. На горячую линию со своими конструктивными пропановами мел махчимость потелефоновать любый жадающий. Медики Першамайского района на народный форум делегавали головного врача Витебского областного дитячего клинічного центра Галину Пузанову. Як врач-педиатр, яна упевнена, что комплексные решения, принятые на 5-му всебелорусском сходе, будут накированы на поляпшение здоровья маленького громадянина краины и его батьков. Руководство нашей республики понимает, как важно детство, как важно растить человека. Чем раньше оказана адекватная медицинская помощь человеку, особенно в раннем молодом возрасте, тем большую отдачу это дает последующим. То есть если человека вылечить, будучи когда он ребенком, он проживет дольше, и продолжительность жизни увеличится, не будет инвалидности, и качество жизни будет лучше. И в общем-то, я жду развития нашей социальной программы, развития нашей программы демографической безопасности. Конечно, меня, как и гражданина, и руководителя, интересует экономическая составляющая. Витебская область за другое место у спаборництвах за досягнение лепших показчиков у сферы социально-экономичного развития краины за 2011-2015 годы занесена на республиканскую дошку гонору. Ее урочистое открытие отбылось у Минску напередодні открытия 5-го Всебелорусского народного схода. По выниках працы указом президента лепшими сярод городов и районов Украины по выниках за 2015 год так само признаны город Новополоцк и Талачинский район, сярод медицинских установ Бешанковецкая центральная районная больница, а сярод предприемства коммунальной власности открытое акционерное товариство Верхнядвинский льнозавод. Витебская область отримала 10 энергонасыщенных тракторов Минского тракторного завода. Это частка масштабного проекта, который реализуется в рамках заключенного 1,5 года тому погоднения. На урочистой церемонии передачи ключов, которая ладилась на пляцовце завода-вытворцы, побывала Инна Кириенкова. І заводчані, і аграрії Вітебської області гэтага моменту чекали давно. 1,5 года тому було прийнято рішення об створенні мобільної механізованої бригади з повним електронним контролем. Нові трактори, які недавно сошли з конвейера, зараз будуть проходити випробування на палетках Вітебської області. Одна така машина замінить 10 звичайних тракторів. Здесь установлен новый двигатель «Катерпиллер» повышенной мощности, тяговитости, усиленная трансмиссия, забор воздуха, значит, и система навигации, которая позволит нам мониторить за работой трактора, не сходя как бы с рабочего места. То эти тракторы будут работать как бы в группе, и мы сможем очень четко оценить их надежность, экономические параметры, технико-эксплуатационные параметры. Аграрі Вітебської області, бодай як ніхто, сьогодні мають вострую потребу у подобній енергонасиченій техніці. Її використання в умовах ризикованого землеробства дозволить істотно повисити уроджайність сільгоскультур. А це скорочення собі кошту продукції, повеличення її конкурентоздольності. І тут важний не тільки економічний аспект. Сьогодні привлечь молодіж на село можна за счет от такої енергонасиченої техніки, хорошої, надіжної, якісної. Це теж немаловажно. Тогда можно заплатить, когда человек будет обеспечивать достойную выработку на поле, тогда можно заплатить и хорошую заработную плату. Вот наша цель именно в этом. Отримовуючи сертификат на новую технику, керовник Витебской области зауважил, что зроблены серьезный крок на шляху єднання промысловцев и аграриев. И тут интерес взаимный – добиться высоких показчиков у экономики. Ключи от новеньких тракторов передали лепшим хлеборобам в области. Новая техника накируется у интегрированной структуры Витебского и Аршанского региона, які об'єднують у собі птушкофабрики, свінокомплекси, буйні молочно-товарні ферми, комбікормові заводи і перепрацьовчу творчість. І гэтыя 10 тракторів – тільки перша ластовка. Слідуючі 10 тракторів туди поступить вже тільки к весні. Ми їх збирати почнемо в сентябрі місяці.
считает, что трактора сегодня готовы. И у нас уже есть желающие, которые готовы оплачивать, дабы получить эту технику как раз вот как можно быстрее. Но разговор ведется о том, чтобы осенью, сентябрь-октябрь месяц, новая партія прийшла на наші вітівські землі. Енергонасичені трактори, які по своїх технічних параметрах і продукційності не заступають заміжним аналогам, відправилися у Вітівський регіон. Заводчані, як надійні партнери, взяли на себе усі розходи за доставку техніки до місця експлуатації. Яни будуть нести відказність за її роботу і обслуговування. Такі умови сумісних домовленостей. Інна Кирієнкова, Сергій Котов, новини, Мінськ. У день 1042-го Вітебска упершиню ушановували 10 лауреатов гонорового звания «Вітябчанин года». Сярод лауреатов – генеральный директор замежного вытворчего унитарного предприемства «ВИК Здоровье Живелы» Олег Чакунков. Об керовнику и коллективе, об сегодняшнем и будущем предприемства у материале Светланы Макаевой. Свою вытворчую деятельность замежное предприемство «ВИК Здоровье Живелы» начало в 2002 году на территории свободной экономической зоны. Сегодня это ведомое и стабильное предприемство, продукция якого запотребована на айчинном и замежных рынках. Тут выпускается 60 наименее леков, порошках и таблетках, каля 40 ватки для буйной живелы и больше за 30 сродков по догляду за маленькими хатними истотами. Предприемство працует в трехзменном вытворчем цикле. За весь производственный цикл ВИК «Здоровье животных» выпускает 3 тонны порошковых лекарственных форм, 2 тонны растворов для инъекций и растворов для орального применения и около тонны средств ухода за домашними животными. На протягу 7 год узначаевый коллектив предприемства Олег Чакунков, менеджер с великим опытом внешнеэкономичной деятельности. Его веды в опыт працует на поспех вытворчей деятельности предприемства и поширение рынков сбыту продукции. Благодаря, можно сказать, самоотверженной работе коллектива, всего коллектива и рабочих, и специалистов, руководства, нам удалось выдержать и исполнить те планы, которые перед нами ставило наше руководство. И несмотря на тяжелое время, мы экспортировали продукции в России на 22 миллиона долларов и в Республике Беларусь на 24 миллиарда белорусских рублей. Предприемство постоянно працует над поширением ассортименту. Зараз 8 новых ветпрепаратов проходит выпробование на отримание державной регистрации и на проконце года будут поставлены на поток. У планах вытворчесть и медицинских препаратов. Мирская медицина – это совершенно новое поле деятельности для нас. Будем входить на данный рынок. Это дело не одного дня, пройдет 2-3 года. Ну уж точно через 3 года на рынке и Беларуси, и СНГ появится новая компания, которая начнет, вероятно, с 2-3-4 препаратов, которые будут к тому времени зарегистрированы, будем производить ее на наших производственных площадях. Присвоение гонорового звания «Вітябчанин года» Олег Чакунков лишит заслугой своего мощного, отданного о вольной справе коллективу. Себе давно лишит вітябчанином, а город на Двине родным. Безусловно, Витебск стал для меня уже за 7 лет моего пребывания здесь родным городом. У меня появилось много друзей, много коллег по работе, с которыми мы регулярно встречаемся, обсуждаем. Родной город, родные люди, родное место. Девиз керовника и усяго коллектива предприемства – стабильность и постоянный рух наперед. Светлана Макаева, Кирилл Кайсберг, новини Витебск. У Вітябську открився терапевтичний корпус обласного дитячого клінічного центру. У будинку після реконструкції з'явилися 5 відділень, у тим ліку ультрагукової і функціональної діагностики. Отримати допомогу у ліченні нефрологічних і алергічних захворювань тут одночасово зможуть 1,5 сотні маленьких пацієнтів. Подробязності у Артура Смолякова. Аналогов этой установи у республики нема. Масштабные переутворения тут начались несколько лет тому. Один комплекс по оказанию медицинских послуг объединил 6 поликлиник, больницу и оздоровленческий центр. Реконструкция терапевтичного корпуса дожилась около 3,5 года. Сегодня сюда переезжают одразу 5 отделений.
Грандіозная модернізація обійшлася у 57 мільярдів рублів. Сьогодні сучасне обсталювання і методики дозволяють врачам клінічного центру оказувати любые види допомоги. За год тут приймають більш за 16 тисяч пацієнтів. Літось провели каля 4 тисяч високотехнологічних операцій. Здесь розміститься нефрологическое отделение, аллергологическое, неврологическое, гастроэнтерологическое, а также дети с эндокринной патологией. Будут работать физиотерапевтическое отделение и отделение функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики. Разместятся две кафедры медуниверситета. Реконструкция центра ладилась с 2010-го. Увод нового корпуса – опошний этап. Сучасные палаты, новое обсталявание, гульнявые покои на каждом поверсии. У отделениях продумано все для лечения и реабилитации. Это и кинезотерапия, это лечебная физкультура, массаж, это использование костюмов Адели, так называемых костюмов космонавта, для улучшения двигательной активности детей. Имеются современные, все современные методы диагностики заболеваний. У 8-годового Ильи церебральный паралич. Тое, что он научился ходить и наведывая школу, перемога докторов. Два раза в год хлопчик проходит курс реабилитации в клиничном центре. И он одним из первых оценил сучасные залы для занятков лечебной физкультурой. Мы с неврологией с рождения уже лежим. И с каждым два раза в год. И врачи те же самые. Благодаря им у нас много пошло в лучшую сторону. Мы начали ходить. За апошние 5 годов на развитие системы оховы здоровья полночного региона выдаткована больше за 1 000 000 000 рублей. Побудована и обновлена больше за 300 больниц и поликлиник. Полова из них у сельской мясцовости. Результаты, конечно, впечатляющие. Помощь, которая стала оказываться по месту жительства граждан, с 30% увеличилась до 70%. Экспорт услуг медицинских вырос 4,5 раза. Ну и, конечно, 200 многофункциональных современных диагностик и методов лечения были внедрены буквально за это время именно благодаря вот этим вот вложениям. Открытие терапевтичного корпуса Витебского областного дитячего клиничного центра стало значным укладом Витебской области у развития усёй белорусской медицины. Артур Смоляков, Светлана Макаева, Сергей Котов и Кирилл Кайсберг, телерадиокомпания Витебск. Семьдесят пять годов тому, раницей 22 червня, войски фашистской Германии перейшли мяжу Советского Союза. Гэта день усенародного смутку и памяти ахвяр Великой Отчинной войны. По всей области ладилася акция «Свяча памяти». Вспоминали у всех, кто загинул на той жудасной и кровавой войне, кому обовязаны мирным небом над головой. Хвилиной молчания ушановали память воинов-вызволителей и усклали кветки до воинских могилок. У Витебску на Успенской горце 11 индивидуальных и братские могилки. Тут похованы 3 героя Советского Союза, сярод их легендарный командир 1-й белорусской партизанской бригады Минай Шмыров. Удельники жалобного митингу отдали данину поваги оборонцам и усклали кветки. Мы сегодня пришли сюда почтить память тех, которые защищали наш город. Были, конечно, очень сложные годы выпали для них. Вся молодежь, которая должна была как-то устроиться в жизни, строить семью, строила надежды на будущее, положили головы. И мы пришли почтить их память. Немец пришел 9 июля 41 года, а мы здесь, тутошние, коренные горожане Витебска. Вы понимаете, что такое для нас город был? Для нас все это война, это все. Спасибо советской армии, которая нас освободила, что мы сегодня мирно живем. У Витебском районе перепахавали останки 2 воинов Червоной армии, которые загинули в годы Великой Отчинной войны. Их знайшли подчас проведения земляных работ для дома номер 70, корпус 3 по Московским проспекте у Витебску. Во урочистой обстановке останки пахавали на городских могилках Копти. Подробязности у Ины Кироенковой. Отголоски войны и до этого часу нагадывают про себе. Штогод пошуковцам удается находить останки воинов у земли и вертать их имен из небытия. А многие так и застаются неведомыми. Не удалось установить имены и этих солдат, покольки никаких особистых речей, которые бы помогли установить их особы, не было знайдено. Данные останки были найдены возле территории стадиона Витебского технологического университета, вблизи дома по Московскому проспекту 70/3. Также с этими останками были найдены сопутствующие предметы. Это 2 винтовки и 1 граната. После этого останки были переданы на экспертизу в Следственный комитет. В сумме все полученные данные позволили
утверждать, что данные останки – это останки защитников Отечественной. Докладно вядома, што пад Віцебскам у 43-44 годах вяліся кровапралітныя баі. І можна толькі меркаваць, у складзе якіх воінскіх фарміраванняў гэтыя салдаты ваявалі. Это места баёў 33-й армії. Баі былі очень кровапралітныя. Это зимой 43-44 года. Общие потери 33-й армии было 110 тысяч человек. Была даже создана специальная комиссия о потерях. У першиню во урочистой обстановке останки воинов перепаховали на громадзянских могилках. Городские улады приняли решение об открытии тут воинского похования. Мы видим, что Родина не забывает своих защитников. Это очень важно. Молодежь должна об этом помнить. Сегодня может быть несколько другой социум, другое отношение к жизни. Но ведь жизнь и состоит в том, что счастлива Родина твоя, и ты ее защищаешь. Это очень важно. Хвилины и молчания присутные ушановали память об усих загинувших подчас войны. На жаль, шмат у гэтым списе невядомых, чьи имены потребно еще установить. Задача, конечно, пополнить книги памяти, потому что те, которые выпускались, очень много фамилий, ну, просто пропущены, не найдены и так далее. А теперь возможностей больше у нас, у поисковиков, благодаря, и тем более, что документы очень многие рассекречены. Хтось справедливо зауважил, война не скончена, покуль не похованы апошний солдат. Напевно, еще не одно десятигодие спотребится, как поховать останки усіх воинов, что загинули подчас Великой Айчинной войны на белорусской земле. Инна Кириенкова, Сергей Котов, новини, Витебский район. Займацца профілактыкай і не дапускаць фармальнасцяў губернатар і кіраўнікі гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў правялі прамыя тэлефонныя лініі з жыхарамі паўночнага рэгіёну. Лічаныя дні да падліку новых грошай. Галоўнае ўпраўленне Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па Віцебскай вобласці праводзіць урокі фінансавай граматнасці перад дэнамінацыяй. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў паказаў лепшы вынік на міжнародным турніры па гіравым трыатлоне ў Віцебску. Займацца профілактыкай і не дапускаць фармальнасцяў у вырашэнні пытанняў. Пастулаты работы са зваротамі грамадзян чарговы раз нагадаў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Губернатар і кіраўнікі гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў правялі прамыя тэлефонныя лініі з жыхарамі паўночнага рэгіёну. З якімі праблемамі людзі звярталіся і ці знойдзены шляхі іх вырашэння у наступным матэрыяле. Разам з кіраўніком рэгіёна на прамой сувязі спецыялісты жыллёва-камунальнай гаспадаркі, аховы здароўя, адукацыі, сацыяльнай абароны, каб адрасна вырашаць пытанні і праблемы, з якімі звяртаюцца грамадзяне. Мы должны работаць не по факту, как пажарнікі, а работаць з прафілактычнай направленасцю, дабы нічого падобнага ў нас не происходило. А сегодня получается, мы работаем, чем больше звонков, тем больше мы превращаемся в некую структуру, которая тушит тот или иной пожар. А когда мы будем заниматься профилактикой, а когда мы будем заниматься основной деятельностью, это же вопросы. Одним из первых до губернатора дотелефоновался фермер из вёски Янова Сенинского района. Господарка регулярно сдает предприемствам молоко, а вот разлишиваться с фермером не спешаются. Беспокоят постоянно задолженности за молоко. Вот практически за май они с нами не рассчитались. Задолженность идет порядка 70 миллионов. На контроль разберемся. Я полагаю, что на следующей неделе в какой-то степени, если есть возможность, мы снимем полностью. Если нет, по крайней мере, по согласованию с вами мы определим график платежей, если вас устраивает такой подход. Ну да, спасибо, Николай Ильич. Проблема пенсионерки из Витебска, якая звернулась с питанием переоформления кватеры на внука-инвалида, верогодно вырушится хутка. Отповедное распоряжение дадены на месте. Зинаида Ивановна, буквально в понедельник к вам выедут специалисты, которые помогут разобраться, оформить документы, и если это возможно, не противоречит законодательству, ваша просьба услышана, она будет исполнена. Спасибо вам. Большая частка зворотов и распоряжений традиционно тычалась ликвидации недохопов у работе жилево-коммунальной господарки. Витеблянка Ксения Миколаевна Иванова потелефоновала от имя жихаров дома номер 4 по улице Урыцкого. По ее словах, дом у центра Витебска больше за 20 лет не фарбовался, не кажучи про капитальный ремонт. Вернулась домой и обнаружила, что в дверь, в балконную дверь набиты гвозди, и все замотано вот этой пластиковой лентой, как паутина.
И вместо вот этой части балкона средней, она вся обрушена, а доска веревочками привязана. Так они через несколько дней приехали и вообще разбурили весь балкон. Про складанный балкон Ксении Миколаевны специалисты за год не забылися. На сегодняшний день готовится проект для того, чтобы восстановить эти балконы. Буквально он практически на выходе. Проходит экспертиза, и в августе месяце мы приступаем к восстановлению этих балконов, чтобы не нарушать облик дома и всего прочего, и обеспечить безопасность населения и жильцов этого дома. Я бы хотел понимать, не когда мы начинаем, а когда мы закончим. Мы иногда начинаем, а через пятилетку заканчиваем. Когда будет сдано? В августе. Тепер, после того, как керовник в области дал доручение и визначив термин его выполнения, пенсионерка сподівається, что у жнивня балкон урешті одновить. Еще у одной шматповерховцы на этом тыдне заладять швы, а у другой дадут горячую воду до отопляльного сезона. Дадены указания по транспортных питаниях. На прямую линию со старшиней облвыканкама поступили 25 звонков, переважно с Витебска, Орши и Аршанского района. Большая частка зворота утычилась жильево-коммунальной сферы, приватизации жилья, прописки. По всех фактах дадены доручения, выполнение обязательств перед людьми узято на контроль. Юлия Устинова, Кирилл Кайсберг, новини, Витебск. У паўночным рэгіёне завяршаецца корманарыхтоўка. Гаспадаркі сканцэнтравалі ўсе сілы. Першы ў краіне аршанскі аграхолдынг, які аб'ядноўвае на базе камбіната хлебапрадуктаў 11 гаспадарак, не толькі ўключыў свае рэсурсы, а і звярнуўся да суседзяў – нямецкага сельгаспрадпрыемства, што не першы год працуе ў Беларусі. Якую дапамогу атрымалі і чаму навучыліся аршанцы? Інна Кірыенкава. Сёлета у гаспадарцы за Дняпроўскі травы ўрадзілі на славу. Тукаў набылі дастаткова, падкармілі своечасова. І ўраджайнасць дасягнула 140 центнеров з гектара, удвая больш леташняга. Ужо нарыхтавалі больш за 7 тысяч тонн грубых кармоў і практычна забяспечылі свае патрэбы. Ну, конечно, больше тонн получается перевозить. Ну, рейсу 10 больше выходит в день. А если на тонны перевести сколько? Тонн 115-120 в день. У нас в этом году 1089 гектар площадь. Трава в этом году, как я ранее говорил, очень хорошая. Мы просто не успеваем своей техникой. Самим справиться с такими объемами было не под силу. Звернулись по допомогу до аграрию компании «Штоц Агросервис», а заодно и на практике освоили европейские технологии. Разом убрали большую частку трав первого укоса. Благодаря этому отряду, который сейчас пришел к нам на помощь, мы действительно вовремя заготавливаем грубые корма, начиная со сроков скашивания, качеством измельчения, качеством трамбовки, что, соответственно, уже по первым анализам, как корма идут намного лучше по сравнению с прошлым годом. И сегодня мы можем реально рассчитывать дальнейшую продуктивность на 16-17 годы получения валового производства молока и говядины. Логістика, якасць і хуткасць – асноўныя складаючыя корманарыхтоўкі. І аршанцам сёлета гэта ўдаецца. Працаваць умеюць і вучыцца жадаюць. У нас введена ферма, роботизированная ферма, единственная в районе, поэтому необходимо, требуется большое количество кормов. Для этого как бы мы их и пригласили за небольшие деньги. Как бы, ну, работают они, конечно, хорошо. Чтобы показать и нашим, всё-таки, что техник, можно говорить, и на хорошей технике работать, и на нашей технике. Подобный опыт на корманарыхтоўцы будет корыстным для мясцовых аграриев. Как задейничать высокопродукционную технику, правильно организовать працу и обеспечить высокие темпы работ. Застается умение и навыки применить на справе. Инна Кириенкова, Кирилл Кайсберг, новини, Аршанский район. Темпы нарыхтоўкі кармоў сёлета ў Віцебскай вобласці значна вышэйшыя, чым летась. З траў першага ўкосу назапашана больш амаль на 2 кармавыя адзінкі на ўмоўную галаву жывёлы. Тым не менш, камітэт дзяржконтролю Віцебскай вобласці канстатуе, што не выконваецца заданне па нарыхтоўцы кармоў высокай якасці па прагрэсіўнай тэхналогіі ў палімерную упакоўку. Для выпраўлення сітуацыі дзяржконтроль накіраваў вынікі праверкі ў віцебскі аблвыканкам. Праз лічаныя дні будзем лічыць новыя грошы. З 1 ліпеня праводзіцца дэнамінацыя беларускага рубля, якая прадугледжвае узбуйненне афіцыйнай грашовай адзінкі ў суадносінах 10 тысяч рублёў да 1 рубля. Да 31 снежня бягучага года банкноты грашовых знакаў узору 2000 года будуць заменены на новыя узору 2009.
Особні аспекти деномінації білоруського рубля, правила ходження грошових знаків, навики роботи при розліках новими і старими грошима – гэтые і інші питання уздымаються падчас навучальних семінарів, які ладзяць Головне управління Національного банка Республіки Білорусь по Віцебській області для спеціалістів, предприємств і організацій. На гэты раз слухачами уроков фінансової адукованості стали представники районних структур БРСМ. На 1 июля будут работать только определенный перечень банкоматов, о чем будет сообщено на официальных сайтах национальных банков Республики Беларусь и на самих объявлениях банкоматов, то есть которые работают с новыми денежными знаками. Изъятие старых денежных знаков в период параллельного обращения в течение полугода, 6 месяцев. Поэтому поэтапно это за счет покупки, ну, выручки, сдачи выручки банками, предприятиям торговли в банке. Ну, а банки пополняют денежными знаками за счет подкрепления банкомата. То есть зарплатные проекты уже с 1 июля пойдут уже начислением новых денежных знаков. Будут стараться. То есть, хотя банки 3 месяца еще могут выдавать образца 2000 года денежные знаки. Як зауважають работники банковской системы, сам процесс деномінації носить виключно технічний характер. І он не впливає на покупницькую здольність белорусского рубля. Обмен же старых банкнотов на новую узору 2009 года будет проводиться на протягу 5 годов. Пятая национальная выстава наивного мастерства «Инсита-2016», якая просвечена 120-годию с дня рождения белорусской мастачки Алены Киш, открылась у Витебску. О профессионализме непрофессиональных майстров у материале Светланы Макаевой. Выстава проводится раз у 4 года, и с каждым годом колькость ее удельников узрастая. Тому пятую инситу вырашили разместить у 3 залах. У областным методичным центре народного мастерства разместили работы майстров Витебщины. Мы стремились отобрать работы авторов, которые демонстрируют, ну, самобытное мышление, и художественное, и поэтическое. Это авторы, которых относят к наивному искусству или же к искусству примитив. Свою историю наивное мастерство ведет с далеких часов, когда былые маляры, заставшиеся без работы, стали мастаками-вандровниками. Своими малеванными диванами славилась Алена Киш, одинная белорусская мастачка, якая увайшла в сусветную энциклопедию наивного мастерства и стала натхняльницей этого напрямку для сучасных мастеров. Когда я увидела ее работу, меня всколыхнуло детство. Это было мое послевоенное детство. Детство, которое дало нам возможность впервые прикоснуться к искусству. Впервые мы узнали, что есть радость изображения, и мы этому учили с детства. Я с большим удовольствием делаю эту работу и на одном дыхании. Мастерки-примитивисты не имеют специальной мастерской эдукации. Яны творят душой и сердцем, покарают щирестью, бачением, что их хвалюя и текают. В основном природу рисую, ну, как-то ближе, наверное, душевнее. Нравится природа, красиво, когда я очень люблю природу. Для творов мастаков-наивистов представлена зала и у Доме кино. У областным краязнавшим музее экспонуются творчие работы мастаков из России и Украины. Коллекцию представила Московская галерея «Арт Наив», якая занимается популяризацией наивного мастерства. У Витебск привезли коллекцию творов, якая с поспехом выставлялась у Парижа. Мы из Парижа в Витебск, буквально вчера там были, и благодаря Людмиле Владимировне Вагнер, ваши всеми любимые, мы здесь. И очень рада показать художников, которых мы сейчас одновременно показываем в Париже, на выставке, которая там сейчас идет. И приглашаем сотрудничество художников, искусствоведов, и были бы очень рады увидеть новых, талантливых людей. Наведать пятую национальную выставу наивного мастерства «Инсита-2016» смогут удельники и гости 25-го международного фестиваля мастерства «Славянский базар» у Витебску. И она будет дейнічаць до 18 липеня. Светлана Макаева, Сергей Котов, новини Витебск. На международный мотозлет у Витебск приехали представники 20 клубов с Беларуси, России и краин Балтии. Фестиваль давно завоевал славу одного из самых масштабных и престижных у СНД. Его удельники проехали по центральных улицах города и организовали показ железных коней на площади Перемоги. У брутальной колонии прокатился и наш корреспондент Артур Смоляков.
Їх девіз – свобода во всім. Головні символи – байки, брутальність. Міновіта гетеї атрибути на некілька дзьон об'єднали у вёсці малые льотці под Витебском розных людей, які жадали один одному повного бака із подорожного ветру. Пятый год подряд мы собираем здесь друзей, гостей, неравнодушных к мотоциклам и вообще к мотодвижению людей. Будет проходить концерт с участием белорусских и зарубежных команд. Значит, сопутствовать этому будет масса конкурсов именно для того, чтобы приезжие наши друзья не скучали. Ну и неформальное общение, само собой. Отдых на природе, здесь у нас и баня, и озеро, все есть. За 14 годов истории клуба «Псы дорог» на взлетах неводного здоровья заслуга строгих правил. Сегодня отделение Витебской мотоорганизации працуют у 10 городах по всей СНД. Косухи, темные окуляры и мотоциклы от легендарных Ижоу до Харлеев. На построение мелькают белорусские, российские, эстонские, литовские, польские номеры. Отлеглость не перешкода, сегодня это люди взрослые. Країн одна сім'я. Скорость, ветер, дух свободи, знакомство, потому что едешь, остановишься возле любого мотоциклиста, ты познакомился, поговорил, все мы байкеры, все мы братья. Это общая наша дорога, нас всех объединяет дорога. Машина это не то. Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу. Связывают нас мотоциклы, а дальше дружба, просто дружба. Хорошие люди, хорошие отношения. Всегда приятно их видеть и приятно к ним приехать. Сярод грозных и суровых Светлана Ковалева, як рыба у воде, оседлавши железного коня, приехала с Бранска. Мотоцикл важить у 10 разов больше, миниатюрная байкерша. Але она уверена, лепшая музыка у свете – это гук мотора. Мотодвижение привлекает, драйв, шум мотоциклов и вообще вот это массовые все мероприятия просто сводят меня с ума. Головная фишка взлету – мотопарад по городе. Несколько хвилин до филе бородачов у седле двухколых мустангов. Тангов и пешеходы у захоплении. Парадная колонна мотоцикла у зенни хрома и никелю с колоритным грукотом обвестила об тем, что для выполнения мары некоторым много не треба. Артур Смоляков и Леонид Табола. Новини Витебский район. Ад аматараў шуму мотораў і хромавага нікелю да прафесіяналаў не менш цікавых захапленняў. Спартсмены Віцебшчыны на будучым тыдні паспрабуюць паказаць сябе і ў плаванні, і ў велакросе. Мой калега Віктар Праліч пазнаёміўся з будучымі спартыўнымі баталіямі. Прывітанне, Віктар, чаго чакаць балельшчыкам? Вітаю вас, Юля. Наступны тыдзень, як і гэты, пройдзе пад сцягам алімпійскіх дзён моладзі Беларусі, і многія пляцоўкі Віцебска апусцеюць выязныя спаборніцтвы. Не застануцца пакрыўджанымі толькі балельшчыкі віцебскага футбольнага клуба. 2 ліпеня падапечная Сергія Ясінскага згуляюць на дамашнім полі з брэсцкім «Дынама». Каманды знаходзяцца недалёка адна ад адной турнірнай табліцы вышэйшай лігі. Таксама пройдзе першынство горада па футболі сярод мужчынскіх каманд. З 28 па 30 Віцебск збярэ плыўцоў. У горад над Дзвіной прыедуць з усёй вобласці спартсмены па плаванні на кароткай вадзе. На гэтым спіс рэгіянальных спаборніцтваў скончаны, што да баталі рэспубліканскага маштабу, то тут на некалькі пунктаў багацей. Як і гаварылася раней, у асноўным гэта алімпійскія дні моладзі Беларусі. Веласіпеднай сталіцы на 3 дні з 30 чэрвеня па 2 ліпеня стане Навагрудак. Брэст у гэтыя ж дні прыме алімпійскія дні па футболі сярод юнакоў, а на магілёўскіх плясоўках тым часам пазмагаюцца за перамогу ў гэтых жа відах спорту дзяўчаты. Віцебская каманда па пляжным валейболе пакажа свае сілы ў маладзечні. Нам жа застаецца пажадаць спартсменам поспехаў, тым больш, што імкнуцца ёсць да каго. Старшыня віцебскага аблвыканкама паказаў лепшы вынік на міжнародных спаборніцтвах па яравым трыатлоне. За перамогу ў спаборніцтвах, якія прайшлі ў горадзе над Дзвіной, змагаліся спартсмены з 17 краін. Удзельнікам турніру ад 8 до 80. Самы відовішны від праграмы віцебскага чэмпіянату – яравы марафон. У ім прынялі ўдзел 3 зборныя – Беларусі, Расіі і Еўропы. За каманду нашай краіны выступаў кіраўнік вобласці. Яго вынік – 53 уздыму ў штуршку – лепшы на турніры. Менавіта дзякуючы поспеху свайго лідара, каманда гаспадыня атрымала залатыя медалі. Но я стараюсь поддерживать, можно сказать, здоровый образ жизни и поддерживать ту форму, которая обеспечивает, нормальный вид, фигуру и, прежде всего, уважение к самому себе. Это для меня очень важно. В следующем 2017 году, во второй половине сентября, провести
третьи Всемирные Олимпийские игры по гиревому триатлону в городе Витебске. И есть такое у нас намерение совместить это с проведением коллективной номинации Гиннесса, в которой предполагается участие более 2500 человек. 55-годовый Миколай Шарстню – майстер спорту по тяжкой атлетице. За полтора года кіраўніцтва в областью он не раз демонстрировал умение обыходиться с гирами на разных спаборництвах. Губернатор подтримливая себе у доброй спортивной форме и, не глядя на шильный працовный график, заусёды знаходит час для ранішней силовой зарадки. Займайтеся спортом, робите подарунки родному городу и своим близким. Далее у выпуску прогноз надворья. Убачимся у информационной программе «7 дзён» у наступную неделю на телеканале «Витебск».